Сейчас. Оп! Ой, о, потерял носок, хватай быстрее. Да мужик, по идее, не должен хватать. Это ж не его носок. А он так смотрит. Чего? Да ладно, он за носком. Да, смотри, о, быстрее кидай. Все, устроили стирку, мы устроили стирку. Куда ты лифчик потащил? Ты что, мужик? Быстрее, 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 быстрее. Ты не успеешь, нет, он здесь рядом. Мы сейчас его возьмем. Ну, хоть открыть за это. До свидули, до свидули. А, какой ужас! А если за 3 секунды вы успеете поставить лайк, подписаться на мой канал и оставить комментарий, то вы никогда не станете гусем. Раз, два, три. Всем отличного настроения, друзья! С вами котенок Лайк. И котенок Веснушка. И угадайте кто, конечно же... Гусь. А где гусь? Гуся нету. А вот... А что там вышел? Не знаю. Ходи, гусек, давай. Пошел погулять. Так, гусь, давай ломай. Он так сломал. Короче, друзья, у нас здесь еще куча заданий. Помочь женщине нарядить бюст, заставить кого-нибудь разбить красивую вазу, заставить человека ходить босиком. Слушай, Веснушка, в тот раз мы не смогли его заставить ходить босиком. Да, смогли украсть только один тапок, а второго он никак не снял. Ну, выбегай давай. Давай, давай, гусь. Прячь куда-нибудь сюда. Сейчас мы его сныкаем. Так, опа. Потом заходи и будем ждать, когда он вторую ногу даст. Какой-то, слушай, не ходит босиком. Чашку поднимает. Ты думаешь, второй тапок мы сможем у него украсть? Я думаю, что да, надо как-то постараться. Эй, мистер, можно украсть ваш тапок? Ну и ладно, сам сиди тут. В одном тапке. Окей, здесь мы тогда сейчас сходим сюда. Можем это снять? Развязывай, да. А, точно, да, мы же сюда проходили. Смотри, здесь какой-то куст. Прикол. Так, посмотри, что здесь такое. Она нас хочет закрыть, ты чё? Она хочет нас выгнать. Пришел тут какой-то. Что ты делаешь? Я ищу поесть. Ты думаешь, этим наелся? Смотри, она взяла ножницы. Сейчас будешь стричь. Ну, не нас, конечно. Ё-моё, ты что делаешь? Чуть крылья не стригла. Женщина, ты сумасшедшая. Она с этим тиском гоняет нас, что ли? Помочь женщине нарядить бюст. Так-так-так, устроить стирку. Слушай-ка, у нас же есть... Ё-моё. В жабу воткнулся. Вот мыло. Вот мыло. А пройди там куда-то, больше некуда, ничего там поставить. Там есть фонтан. Сейчас мы туда сходим, кстати, давай снесем. Тащи, гусь! Отлично. А, упал. Да, в тот раз мы ломали, почему-то все восстановилось, хотя тогда мы сломали этот проход. Но она все и починила. Нет! Мыло отняла. Жадина какая. Ё-моё, ты чё такая? Дерзкая. Крошка. Давай, хватай. Все, побежали. Давай, гусяра. А, она сейчас... Не-не-не, она сюда не может залезть. Все, наконец-то. Так, бежим к фонтану, что ли? Да, вот это не этот маленький фонтан, а... Большой где-то? Вот это, да. Вот сюда, мне кажется, нам надо с тобой... Да, гусь, ты чё такой? Мыло. Отлично. Так, а теперь нужно принести вещи, которые у нее сушились. Носки и бюстгальтер. Кстати, смотри, здесь есть роза. И что? Нам надо... помочь заставить ходить. А, ну в принципе ничего, я думал, что-то с розой связано. Нет, давай развязывай, заходи, хватай вещи, которые у нее висят. Все, отлично. А у нас, значит, надо положить лифчик, носки и тапочек. А, тапок! А, точно, тапочек! Так. Хватай давай, бюстгальтер, а не лифчик. Опа-опа-опа! Скорее! Кидай его, быстрее, что так медленно бегает? Отлично, я не знаю, что... Теперь вещи давай. Медленный гусь у нас толстый. Хватай, то сейчас у нас завяжет все. Носочечки. А по два что, нельзя сразу взять? Не знаю, а что нам... Не, по два нельзя, мы что-то выроним тогда. А, тут одно. Быстрее! Блин, получается реально два носка надо. Конечно, это же пары, их разлучать нельзя. Ты же не хочешь в разных носках. Ну, хотя, я кто тебя знает? Ходить и в дырявых носках. А, кошмар. Нет! Быстрее, так. Носок надо спалить. Быстрее, бери. Да что ж ты делаешь? Ты с нами дверь закрываешь. Какая она все-таки... Ладно, давай тогда пока тапок закинем. Давай тапочек. А где мы его бросили вообще?
А что, уже его вернул, что ли, мужик? Не знаю, прикинь, если он его нашел. Нет. Все. Надо вылезти опять туда. Здрасте, здрасте. В эту дырку и посмотреть, где-то здесь был тапок. Вот, вот он, вот он. Что-то мы не особо далеко его унесли, я думал, он гораздо дальше. А, нет, в другую сторону-то. Разве так нужно? Опа-па-па-па-па-па. Нет, он же сейчас хватит, его нужно было по-другому пройти. А там можно снизу пройти? Конечно. Блин. Ладно, давай носок. Тапок проще как-то. А ну-ка, дай тапок свой. А что он не делает? Не знаю, мы можем газету еще спереть. Ладно, он сейчас усядется, мы, в принципе, тогда возьмем тапок. А ты давай с носком. Еще носок один нужен. Да нет, кстати, смотри. Оп. Покеда, покеда, чувак. Давай быстрее, гусёк. Все, отлично. Ушуровали. А здесь разве есть проход-то? А здесь чё, нет прохода. А что, нету? А не. Еще раз пройди туда дальше. А дальше пройти нельзя? Не, Веснух, там уже все, забор. А вот здесь? Смотри, все закрыто. Ну, поэтому блин. Надо нам... Возвращаться обратно. Да, сейчас мы быстренько вернемся. А что гусит не летает-то? Потому что наш гусь не летун. Всех гусям гусек. Отлично, короче, чувак быстрее! Свалил. Ё-моё. Беги быстрее, быстрее, быстрее. Гусиная твоя душа. Кидай его. Оу, oh, yeah. И надо забрать носок. Я надеюсь, что он сюда не может залезть. Здрасте, пардоньте. Ах ты гусь, шалун. Хватай быстрее. Блин, она сейчас опять закроет. А мы сейчас сверху. Нам, в принципе, без разницы. Оп-оп-оп-оп-оп. А, она не починила, смотри, эту полку еще. Да, вряд ли она ее будет чинить. Она, в принципе, в тот раз починила, потому что... Мы... Ой, ё-моё. О, потерял носок, хватай быстрее. Да мужик, по идее, не должен хватать. Это ж не его носок. А он так смотрит. Чего? Да ладно, он за носком. Да, смотри, быстрее кидай. Ееее. Всё, устроили стирку, мы устроили стирку. Куда ты лифчик потащил? Ты что, мужик? Заставить так. Человека ходить босиком. Ну никак, вот он в одном тапочке ходит, и никак вот не так, можем... Так, красивую вазу надо как-то... А, слушай! Они друг другу все швыряют, смотри. Кстати, можно кепку украсть. Тоже надо постирать. Надо сюда вазу принести, раз он ее швыряет все время. Может, он швырнет туда? Думаешь, он ей вазу швырнет? Да, они друг другу все швыряют. Ща, кипара у него. Блин, он засек нас. Ну и фиг с тобой, забирай. Как снять у него тапок? Он в одном тапке ходит. Как это вот... Не знаю, это странная система. Давай, хватай вазу. Ах, сейчас ты она гусь. Пойдет забор. Это не я. Оп, покеду, чини свой забор. Ты гусь наглый вообще. Ну, они же все такие наглые, насколько я понимаю. Ой, ё-моё. Ну да, сейчас ты уронишь вазу, аккуратней. Так, и сейчас мы, по идее, я надеюсь, что все сработает. Мужик, мужик, здесь ваза. Во-во-во, смотри. Думаешь, он ей сейчас швырнет? Да, они друг другу все швыряют. Ну давай, мужик. И... Швыряй. Да! Смотри, ну ты вообще, короче, криворукий, чувак. А он все о носке думает. А он ей худи все раздает. Так, а мы пока... Оп-оп-оп-оп. Да ё-моё, почему ты нас все время ловишь? Она ему кричит, сейчас ругаться будет на него. Да. Они про вазу говорят. О-о-о, подожди, можно пока трубку... А трубку тебе зачем? Ну, я может не быть, знаю. Его можно заманить в фонтан, и он снимет тапок второй? Мне кажется, он уже заходил в фонтан, когда забирал свой носок. Нет, по-моему, не заходил. Ну-ка, попробуй-ка еще разок. Он давай. Просто его берет оттуда, по-моему, он не заходит туда. А, видишь, он просто берет. А, ничего себе. Значит, он может его просто взять. Как же тогда заставить его? Ё-моё, нам надо как-то нарядить бюст. Но с учетом того, что лифчик мы стирали... Кепку хватай. Ну вот мне кажется, да, что надо что-то одеть такое на этот бюст. Сейчас только он мыло заберет. Заставить человека ходить босиком, помочь женщине нарядить бюст. Ну, я не знаю. Ну, сейчас нарядим кепочкой. Босиком не... Кипариком. Прячься. Опа. Прячься, прячься. Я как страус голову спрятал. Голову с кепкой. Так, так. А кепки нету. До свидули, до свидули. Гусь, гусь, гусь. Гусь, ты куда, гусь? Гусь, ну ты вообще, короче. Какой-то кошмар.
Хватай, хватай, гусяра, давай. Ты же можешь. Блин. Все, пошел за носком. Ну тут что-то без шансов. Надо, наверное, подождать, когда он все вытащит и сядет опять пить чай. Сейчас я его... Оп-оп-оп-оп-оп! Ты видела? Да, быстро давай, скорее развязывай! Да он за этой, за кепкой тянется почему-то. Блин. Может, надо ее куда-нибудь сюда положить? Вот, во, давай. Так, вот так кипарик. Кипаричек, давай, хватай. Давай, и бежим. А, гусь, да, быстрее, что гусь тормозит-то? Да гусь вообще, короче, застрял. Быстро! Хватай, 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 хватай. Опачки, тан-тан-тара-та-тан-тан-та-тан, миссия а выполнена. Теперь... Ну, она бюст надо одеть. Эй, мадам, ты... Она сейчас его отдаст, она его отдаст. Думаешь, будет отдавать? Прикинь, нарядит. Так, о! Так, получается, нарядить бюст, значит, нам надо еще взять... Очки. А что это за рыба, кстати? Обычная рыба стоит. Обычно необычное, а в хозяйстве все пригодится. Короче, надо еще у этого мужчину взять очки. Ладно, короче, сиди давай, там со своей очки. Рыбой. Очки. Ё-моё, вот если бы это было все так просто сделать. Кстати, он взял второй этап. Здрасте. Оп. Сдает мне этот гуся. Сейчас очки оденет, наверное. Хватай скорей. Не, он читает без очков. А я не могу подать. А, вот. Оп! До свидули, до свидули, до с... Тихо. Сдаст никого нету. Давай, гусечек какой. Все гуси улетели. Оп-оп-оп, пригнулись и убежали. А, он там, наверное, увидел. Не знаю, когда пригибаешься, кстати, прикольно, он тебя, по-моему, не замечает. Оп! Скорее! И к бюсту. Эй, мадам, у вас тут еще очки вам принесли. Ну, давай, одевай. Давай, одевай. Так, и надень ты мочечки. Есть. Ну, и чё? А, там еще трубка лежала. Ё-моё. Как же нам его босиком заставить ходить? Он нифига не ходит босиком. Ну, мы сейчас подумаем, надо сначала трубку ему принести. Так. А где он есть-то? А, вот он. Здрасте, здрасте. Читайте, читайте. Ну? Алло. Что так? Немая сцена. Ладно, тоже мне. Фифа здесь. Все, пьет чай. Оп. А, он даже уронил. Сэр. Нет, ну блин, он сейчас схватит опять. Оп-оп-оп-оп-оп. Быстрее, 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 быстрее. Ты не успеешь, нет, он здесь рядом. Он сейчас ее возьмет. Ну, хоть открыть за это. Оп. До свидули, до свидули. А, какой ужас! Ой, ё-моё. Я надеюсь, что это все. Я тоже так думаю, она ему не отдаст ее. Давай, короче, вставляй там куда-нибудь свою трубу. Сейчас она ему вставит рот. Давай! Есть! Да, красавчик, я тоже так думаю. Новый пункт в списке дел. Огошеньки. Заставить кого-нибудь срезать уникальную розу. Я же говорил, что... А, это ту, которая там красивая такая. Да, я говорил, что она здесь не спроста. Вот нам добавили, а еще же у нас нету... Это, в тапке-то он еще не ходил в разных... Ну тут не обязательно, чтобы прям все выполнить. Пару заданий у тебя может остаться, только... А где он есть-то? Не знаю, а где? Что это? Что-то он ушел, что ли? Ну а как нам эту розу... А, во! Мы можем двигать! Смотри, он трубу ищет свою! Сейчас будет попрошайник. Все разошлись, гусь идет, гусь важный идет. А, он, наверное, ей срежет розу и отдаст ей, а она ему трубку вернет и все его причиндалы. Так, ножницы-то вон у нее. Ну, заходи тогда, принеси нет, ножницы. Нет, подожди, здесь можно двигать розу, это не просто так. А, розу надо подвинуть вот к этому, да. Она начнет ее обрезать, помнишь, когда вначале было? И срежет ее. То есть надо... Эй! Тут есть что палить. Вот. Женщина, вы дома? Мадам! Алло! Идите розу срезать. Пойдем сюда. Вопросик. Что же тут? Давай сюда! Че так бедохуришь-то? Вот, надо ее пошурдить, чтобы она начала подстригать. Че?
Что, да не хочется? Ё-моё, может, и надо ножницы эти принести? Эй! Опачки! Во-во-во! Давай-давай! Да какой забор? Забудь ты про него! Забор надо закрыть. Стриги давай. Такой странный забор у нее. Да, забор переделан. Я не понимаю, это муж и жена или соседи просто? Ну, если муж и жена, то они явно разошлись. Опа-опа! Оп, начинает! И... Давай-давай-давай! Ё-моё, гусь! Шуганул! Ну, и роза-то! Ну ты кривая! Быстрее прятать! Быстрее прятать свою, что она сделала. Слушай, ну вот мы сделали все, кроме человека босиком. Может быть, женщина должна босиком ходить? Не знаю. Тут что у нас? Ничего не открывается. В дом нас не пускают, это явно. Куда нам идти? Ну, я не знаю, что делать, чтобы она или он разулись. О, там что-то! Подожди-ка, здесь что-то сейчас что-то будет. Что-то там химичит. Художница рисует чего-то. А, гуся нарисовал! Ты чё? Гусям вход воспрещен. Смотри, там проход новый. Все, до свидули. О, надо зайти, наверное, туда, и кто-то зайдет. Куда? Чтобы выгнать гуся, кто-то, наверное, разуется и зайдет. Зайди в дом. А, ну может быть. Все. Покрякай там. Аль... котенок Лайк разгромил весь дом. Опа! Что, нас выгнали? А мы назад не можем зайти. Да вы чё? Наверное, вход с той стороны будет. Ладно, короче. Куда ты тащишь? У нас тут есть реально посылка. Да, но мы так и не выполнили одно задание. А, мы можем открыть какую-то дверь. А посылку не надо с собой тащить? Да я понять не имею. Тут ты плывешь? Да, я ж гусь, я вообще-то умею плавать. Эй, красота, красотень. Как ты проплываешь красиво. Ну что? Кто еще не видел гуся? Такой довольный вообще. Куда мы плывем-то? По-моему, мы вообще... Это просто тебя тащат, да? Куда-то урулили не туда. А, это, по-моему, мы вообще в начало срулили. Слушай. Да? Да, нам сюда, в принципе, не надо было плыть. Ну, обратной дороги уже, мне кажется, нет. Насколько я понимаю. А, смотри, плывет обратно. Нет, обратно можно плыть. Здесь просто, когда ты проходишь локацию, ты можешь открывать еще двери, чтобы сокращать дорогу. Ладно, давай быстренько добежим с тобой до новой локации, хоть посмотрим, что там у нас есть. Давай, гусяра, плыви! Надо посмотреть, кто возле этого дома ходит. Смотри. Вот же лестница. Да. Там соска, ботинки. Один ботинок был. И бутылочка была. Ну-ка, может, что похавать тут есть, не? Алло, я голодный гусь. Смотри, котенок Лайк. Клюв вставил. Ладно, побежали в ту... Машина. О май гад. Тут собирается, кинем в коробку. Да, реально, кстати. Эй, кто тут забыл бутылку свою? Да ё-моё. Я спрятался в коробку. Кря-кря. Может быть, можно сюрприз. Не знаю, что здесь можно. О, какой-то чувак. И у нас... Попасть в паб. Сломать дартс, стащить лодочку, заставить старикана упасть на задницу, получить награду цветок и, короче, кучу всего. Смотри, нам как-то надо попасть в паб. Ты смотри-ка, сейчас. Надо в коробку быстрее прячься, сейчас ее принесут. Кстати, да, это логично. Коробку, сейчас принесут коробку. Быстрее, гусь, беги. Надо ее опередить. Блин, нет, ее в машину. Нет. Залази. Да я не могу. Она ждет тебя, или он, кто это? Это, по-моему, она. А если, смотри, у него какие шнурки. Думаешь, что взять ему шнурки? Это почти получилось. Можно, реально можно. Сейчас. Красиво. Да, отлично, мы развязали. До свидания. Нет, скорее всего, нужно залезть в коробку, как в прошлый раз ты залазил. Блинский еж. Вот. Опа, она такая, что происходит? Так. Походу, я забыла коробку. Прикинь, сейчас откроют и побьют его.
Ну, я не знаю. По сути, охранник тоже отошел. Отлично. Нас все, сейчас... она его берет и несет в папу. Вот мы и попали туда. Да, это было на самом деле-то изи. Если б не Веснушка, то я бы здесь долго тупил. Так, а дальше что нужно будет попасть в папу. А теперь здесь будет... Ха-ха-ха-ха, до свидули, спасибо. У нас здесь куча людей. Угу. Что-то здесь надо... Что-то там нужно все поломать. Стащить лодочку. О, смотри, дар скидает. Угу. И... Кряк! А, вот он и сломан. Ты крякнул? Да, я крякнул, и он сломал дарс. Ну, прикинь. Как это было легко. Дальше что там? Стащить лодочку. Лодочка — это губная гармошка, что ли? Наверное. Попробуй стащить ее. О, смотри. Нет, это было не то. Давай что-то другое. А что за лодочка здесь может быть? Не знаю. Что это так? А, не пускают, смотри. Эй, 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 что такая дерзкая, слушай. Сюда бедного гуся отовсюду гонят. Ты там это, стрелок. Так, украсть кружку и бросить в канал, накрыть на стол, получить награду, заставить старика упасть на задницу. Слушай. Какого из? Их здесь много. А, ему нужно сесть, и ты как раз уберешь. Ну вот да, мне кажется, что так и есть. Что он сейчас сядет? Ну давай, присаживайся. А, да, смотри, он за спину держится. Так, надо тогда подойти поближе. Сейчас. Оп! Кто это вообще придумал? Да, сработало, сработало. Ну, в принципе, здесь многие задачи на логику. Ну, не особо сложные. Угу. Я заметила, котенок лайк. Получить награду цветок, украсть кружку, накрыть на стол. Ну, ладно, в принципе... Я думаю, мы попроходим в следующей серии. Надеюсь, вам, друзья, понравилась эта игрушка. Обязательно ставьте лайкосики, подписывайтесь на мой канал, на канал котенка Веснушки. Да, Веснушка? Да, конечно. И всем удачки, пока! Пока-пока, друзья!